Граждане обязаны соблюдать требования постановлений правительства Российской Федерации номер 417 и губернатора Московской области номер 108 о введении режима повышенной готовности. За несоблюдение этих нормативных актов на граждан составляется административный протокол по статье 20.6.1 Кодекса об административных правонарушениях, невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации и угрозе ее возникновения. Санкции статьи предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 30 тысяч рублей. С сотрудниками ГИБДД на дорогах района будет проводиться проверка электронных пропусков. Эти электронные пропуска можно сделать себе на сайте госуслуг и иметь их при себе либо в электронном виде, в частности в телефоне или другом каком-то носимом электронном устройстве, либо в бумажном виде, просто распечатанными. А если вы передвигаетесь на машине и у вас находится в салоне пассажира, то у каждого пассажира должен быть свой индивидуальный пропуск электронный. То есть каждый пассажир при себе имеет такой же пропуск, как и водитель. Уважаемые жители городского округа Раменский, мы призываем вас оставаться дома и не выходить на улицы, и не выезжать на дороги без лишней необходимости. Будьте здоровы!